Всем привет, ребят, я Кира, мы начинаем сегодня играть игру под названием White Day Labyrinth Named School. Белый день, игра называется, ее обсирают, короче, вы знаете, ну как, как обсирают, частично как-то там о чё то говорят, типа, то говно, то хороша, то идеальная просто, она вроде недолгая, так что я думаю, это серии 2, 3, 4 максимум займет, о, так что давайте. Так, ну тут все на русском, русский субтитр. игра вроде китайская или корейская, не, не точно. Очень легко, нормально, тяжело, легко будем выбирать, я что-то не хочу. Так, легко, это менее тревожный, но легче играть. Инструкция поможет вам в прохождении. Ну это хорошо, конечно, да, это идеально. Мы играем за паренька, который в видеоролике сейчас был. Вот он и паренек. Я просто хотел дать ей маленький подарок. Вместе с ней потерял дневник. Правильный перевод разве? Допустим, правильный, пофигу. За мной уже следят, да? Я вообще, кстати, не представляю, типа, блин, как тут будет играть. Ну, это хоррор. Во-первых, да, это хоррор. Школа. Но я поел в школе. Ну, клево, да, молодец. Это хоррор в школе ночью. Ты вот, например, хотел бы в ночью в школе оказаться? Я не хотел бы. Там что-то стрёмно, призраки водятся там, блин. Уборщику нужно несколько секунд для того, чтобы открыть дверь. Закрыв за собой дверь, вы можете что-то сделать. Кто-то идет. Это я иду, да? Мой главный герой идет куда-то. Не, меня, по-моему, тут уже встречают. Меня уже тут встречают, я понял. И чё? О, понеслась. Это я хожу. Главное здание, секция 1, 13 марта, 10 вечера. По нашему МСК, и это 22.00. Вы можете бежать или присесть, используя кнопки L1 бежать, присесть на квадратик. Шансы не быть пойманным уборщиком увеличиваются, когда вы на корточках. У вас закружится голова, если бежать слишком долго. Обязательно сделайте. Голова закружится от бега, ни хрена себе. Так, это от коронки, да, говорят. Типа, мойте руки перед едой. Это какая-то скамасутра. Тут написано... Я не что тут написано. Я должен пойти в младший класс 8. Тут запись. Эй, -э, -э звуки какие. Так, хорошо. По всей школе спрятаны различные документы. Документы полны секретами школы и советы... советами по прохождению. Если вы не знаете, что делать дальше, попробуйте повнимательнее изучить найденные документы. Кстати, опять же, как говорил это... Какой? В Резике Революшн, по-моему, говорил, что у меня да ё -моё. Чтобы сохранить игру, используйте досками объявлений, развешенными по школе. В случае смерти персонажа или неожиданного выхода из игры, вы можете продолжить игру с последней сохран... <св>... Неожиданного выхода из игры, я знаю, из-за чего интересно. Последние сохраненные точки и несохраненные данные сбрасываются в случае при запуска игры. Что у меня сейчас звук... Микрофон, во-первых, другой. Звук у меня намного громче, чем вы слышите, поверьте. Так что если я заору, то я заору пока конкретно. Ой, какие звуки-то? А чё? А чё, все? Ну, нажать что нибудь нельзя? Ладно, хрень какая-то. Что тут внизу было? О, ящик. Открой, пожалуйста. Бумажный журавлик. Подъемный кран сделан из черной бумаги оригами. Какая полезная информация, я скажу тебе. Так, так, это доска. Доска, доска, досочка. А, фломастер. Фломастером используется для написания заметок. Ага, идеально. Есть что-нибудь еще в раковине? В раковине всегда какой-то пара. Опа, там что-то есть. Опа, докум... так садится на квадратик, да? А, секрет пруда. Давным-давно раньше был небольшой пруд между главным зданием и актовым залом. Говорят, что пруд был создан в результате взрыва бомбы во время войны. Там были уничтожены палатки беженцев, которые были там. Очевидно, каждый беженец в палатке умер. Было сказано, что дно пруда было окрашено красной кровью. Ебать страшно как-то. Так, есть еще один рассказ про пруд. Если вы напишете вашу просьбу и придете к пруду, они исполнятся. Вы будете жить долго и счастливо. Предупреждение, если никто не появился, не появился то вы умрете от проклятия пруда. М -м, клево. Да, Сом Тихим и застенчивым студент был влюблена в старую студента по имени Чан Елем. Ее ревностью больше она больше не могла бороться с тоской. Наконец-то она решила написать письмо Чан Елему и сжать у пруда. Но ее письмо так и не добралось до него. Письмо прошло через много рук, но где-то заблудилось. Да, сом не подозревала, что ее письмо было доставлено, ждала его всю ночь по кромке пруда. Холодную ночь пришла и у пруда заставила ее спуститься с тяжелой лихорадкой. Ей пришлось пропустить школу в течение некоторого времени. После, да, сом едва оправшись, она вернулась в школу и была еще тише и более робкой, чем раньше. Ее друзья пытались как могли утешить ее, но она оказалась по переводу в другую школу. Но она оказалась по переводу в другую школу, да. А оставалось всего несколько дней, ее тело нашли плавающим в пруду. Сказали, что в ночь с убивающей луной появи появится, появляется призрак, который молча смотрит на здание. Говорят, раздутый призрак сверкающими глазами, копающимся ботни, мокрые волосы, ищет мальчика с письмом. Ух, как страшно-то! Ух, какая история. Ух, как страшно, ничего не страшно вроде бы. Так, а что тут это? Открывать все можно? Так, э, туалет. Это лампочка. Есть что-нибудь? В толкане всегда что-то есть. Призраки наподобие, Так, спи... так, подожди, а в мусорном... Ты что, срастил? Не надо. Зачем? Открой. При... Наверное, животик прихватил главному герою. Да ты хочешь? ⁇ я хочу обыща... обыскать тут что-нибудь. Посмотри, что и как. Вот что это, вот это не открывается. Есть тут что-нибудь еще? Опа, привет. Как у Милашка. Школьная монетка. Монета выпущенная в школе. Вы можете использовать ее в магазине школы или в автоматах. Нихрена себе, что за школа такая, что у них свои деньги. Вот это прикольно. Вот это прикольно, конечно. У школы, прикинь, свои деньги. Ты в России такой скажи, они тебя засмеют. Так. Пусто. 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 А там почему было закрыто, а? Еще фломастер? Ну, пусть будет. А что за звуки? Так, в писуарчиках. Вот скажите мне, это какой должен быть человек, чтобы такие. У нас вот вражки такие, наши обычные, бля, писсуары, блин, встань, пожалуйста. Вот типа вот такого же размера, бля, туда сыши, и все. Нахрен в пол сделали писсуары? Ну, это же не Россия. Может, а они... может это женский туалет был, поэтому писсуар женский писсуар? Чё? Тексты сообщения помогает новичку по ходу игры. Текстовые сообщения не предусмотрены на более сложных режимах игры. А как посмотреть? Опа. Так, услуга не может быть оказана в это время, поскольку не может быть подтверждено ваше местоположение. Вы можете испытывать проблемы с голосовыми вызовами или смс-сервисами. А что, в школе сети нету? Заглушка какая-то стоит, да? Опа. Опять? Так, чтобы найти то, что вы ищете, вы должны включить свет. Ага. Хорошие подсказки, да? Вы что? Для того, чтобы забрать предметы или документы, а также взаимодействовать с объектами, должно быть достаточно света. Вы можете включить свет в аудиториях, нажав на выключатель. Выключатели излучают слабый свет, и вы можете легко найти их в темноте. Ищите выключатель в... возле двери. Призрак? Нет, не призрак. Так, еще документики. Долгая? Нет, две писюльки всего лишь. Так, записка от президента класса. Бэнк таким из-за тебя химический растворитель был изъят у меня учителем. Я думаю, что он злится. Дурачились и облил сад, и погибли деревья. Что мне теперь делать? У меня завтра урок химии, и ты должен позаботиться об этом. Ты можешь пойти и умолять его. Или, если ты не трус, иди себя из-за зал в камеру хранения. Кстати, ребята говорят, что он очень забывчатый. Так что выигранные награды, которые в кладовке используют, их в качестве пароля для сейфа. Ага, это подсказочка какая-то, да? Не зря я посчитал. Что-то пароль от сейфа будет. Так, а вот это не надо шуметь. Я еще не хочу пугаться. Только начало игры ведь. Только 12 минут мы с вами сидим. Что, пусто? Не каждый открыть можно? Кто там, блин? Это, это звуки женского туалета, да? Ну там всегда какие-то звуки страшные. Это школьный журнал школы Йонту. Поскольку это первый выпуск учебного года, есть карта школы в приложении для первокурсников. Ух ты Для восстановления здоровья и сил используйте мгновенные закуски, кофе, соевое молоко, успокоительное и аптечку. Перейдите в меню лекарства. Ну как обычно, еда все лечит. А, вот соевое молоко. Спасибо. Спасибо. Соевое молоко я не понадобится. Вдруг кушать захочется. Я, конечно, понимаю, а нельзя было вот там этот дневничок ей отдать там днем, как в школу идти. Вот это лень, да? Надо обязательно идти пилиться ночью. Да я бы хен пошел. Так, если подойти к незапертой двери, появляется значок круг. Нажмите на крестик, вы можете открыть и закрыть дверь. Если взять заперта, значок появится, только если у вас есть нужный ключ. Если значок не появляется, когда вы у двери, это означает, что вы их лох. Вот это? Ага. Ага. Ага, ага. Я думаю, что там кто-то есть, еще в школе, короче, кто-то есть. Так, дай документики. Документики интересные, какая-то хрень, там подсказок много. Состояние эксплуатации здания на 9 марта. Установка светильников рядом с Матерской планируется завершить к завтрашнему дню. Пожалуйста, убедитесь, что вы привести в порядок все инструменты и лестницы после использования проводника семинара в настоящее время является объектом для ремонта. Работникам просьба не закрывать паровой колапан вентиляционного окна. Так, тут кто-то есть, да? О, телки! Привет! Как мы туда попадем? Да, интересно, как нам сделать это? А? Озвучка от Бога. Ох, ты меня сильно напугал! Не знаю, кто -к ты, кто ты, но я и сам испугался. К сожалению, я не знал, что вы здесь были. Давай вот это. Чего? Ой, я видела его. Он новенький студент. Правда? В любом случае, я ухожу. Увидимся. Дверь заперта, хуй уйдешь. Я тебя найду скоро. Я Сона Ким, класс 8. Я Химин Ли. Это было неожиданно. Но при этом познакомиться. Так, почему ты пришел в школу в такое время? Я тут кое-что оставил. Да? Я рада, что ты здесь. Ты будешь мне помогать. Какого хера тебе должен помогать? Давай, допустим, окей. Okay. Есть одно дело. Следуй за мной. Ты серьезно? Давай, ладно. Чи Джен и я не знаю, что мы будем делать. Слава богу, парень как ты появился. Ты определенно имеешь все необходимое, чтобы помочь мне. Что? А, ты что, меня в туалет ведешь? Ну давай, ладно. Я понял, вот это хор, конечно, да, это хор. Не... Женский? Ух ты. Я понял, что ты хочешь заняться, я понял. Да, пожаловать впервые в туалете девочек. Хэш, так, ты не хочешь ставить меня здесь и ждать тебя? Какая тут тебе помощь нужна? Почему? Ты боишься, что будет что-то странное? Я оставил свою книгу в классе ЕС. Yes. Я не могу попасть внутрь, потому что дверь заперта. Я знаю, что ключи в классе автомеханики, но она тоже же заперта. Ч ⁇ ты меня наматываешь? Но ты можешь проползти через вентиляционную шахту и получить ключи. Че слышишь, ты какая-то странная вообще. Окей, um, okay, давай мы будем добрым мальчиком, который на все соглашается. Спасибо, я знал, что ты поможешь мне. М -м -м, нужна лестница, и нам нужен какой-то режущий инструмент. Почему бы нам не оглядеться? Зачем? Куда? Лестницу искать и какой-то инструмент надо искать, да? Окей. Okay. А что такое? Темный экран? Ну, пятая плойка так долго грузит. Что-то странно. Странно, странно. Ну, подождем, что бы нет. А, а уже, по-моему, звук какой-то. Что за звуки там? Да это не может быть долгий загрузка, алю. Игра. Боже, ребята, это было пипец. Короче, вот эта загрузка, что была, она глюк, оказывается, и ждал я, блин, минут 10 тупо только ждал загрузка, когда это закончится. Потом еще, я, короче, уже понял, что это баг, глюк какой-то, засратый, и пришлось... Я час, даже больше часа возился просто, чтобы зайти, загрузиться вот сюда, блин. Для этого мне пришлось столько раз, блин, я думал, типа, надо как-то все поменять, други, другой выбор делал, все это другое делал. И, короче, я понял, как это надо было обойти. Кто играет на PS4, я вам сразу скажу, надо просто сделать по-другому. Смотрите, надо выбрать обычную сложность. Если обычную сложность взять, то все будет пучком. Я обычно сначала взял и пошел, все собирал опять, вот это все собрал, пошел. У меня опять такой же глюк был. Хотя выбрал то же самое, что сейчас, вот, вот именно как вот это сделал. А потом оказывается, что ни хрена, я решил в туалеты вот вообще не заходить, вообще не заходить, не включать цвет, ничего не включать. Я зашел, сгонял сразу в кабинет, включил там свет, забрал журнал, там сок, вот этот документик один, и пошел сразу к ним. Надо было сказать, типа, сорян, типа, я не знал, что вы тут, -то, типа, потом сказать, что я такой-то, такой-то, потом сказать, я кое-что тут потерял, и потом я тебе помогу прийти сюда и и главное тут тоже надо как я выбрал типа сказать что тебе чем помочь она говорит типа, он туда залазить надо будет и говоришь нет потом опять нет а потом да и, и тогда вот все нормально загрузилось короче это вообще мясо тут как бы. надо что-то обыскивать заново это конечно да так тут монетка должна быть все так ты понимаешь скотин я ждал если ты посмотришь в ты сможешь найти то, что тебе нужно. А, я, я уже знаю, что мне нужно. Я уже облазил, я уже бегал туда, где они были. Так, давай сразу тогда документики эти все заберем. Фломастеры все это заберем. А, это сохранялка, оказывается, сохранялка. Вот сюда надо подходить и сохраняться. Я уже пытался и на лё, очень легкой, и на чем только не пытался. Это, короче, месиво. Так, а, там я все забирал. Так документик этот заберу сейчас. Так и в часах надо забрать кое-что. Там что-то было, по моему, как я помню. Так это открываем. Тут ничего нету. Я сказал вниз посмотри, пожалуйста. Вниз открываем. Я уже думал все, короче, блин, игра полностью того и крашнулась и в интернете никаких подсказок нету, типа, ну, возможно, у вас такая-то их проблема, такая-то проблема. Кошечка, привет. Кошечка ищет своего котенка. Клево, конечно же, да. А, надо пойти сейчас в это сгонять. Вот тут вот эти плоскогубцы. И она говорила лестницу. Лестница это вот эта лестница. А что? Пап... Кто звонит? Подожди-ка. Отпусти. Кто тут? В каком из них? Ну, короче, меня в школе нет, отвалите. Вот монетку вот сюда можно ставить и что-нибудь купить, похавать там и так далее. Сейчас никто, надеюсь, не появится. Я уж себе нечаянно сплернул, туда такого вот уборщика надо будет прятаться, убегать. Вот это все, блин. Дела, блин. Капец, конечно, вот эта проститутка. А. Из-за этого кадра, блин, понимаешь, сколько я ждал? Я полтора часа ждал, чтобы эту гребаную лестницу принести. Че, вот сюда, давай. Вот, э, подняться. Это как, кстати, хорошо подойдет к нашему телефону, по-моему. Так, плоскогубцы идти. Ты, ты сам или мне? Что? Ага. Она, короче, ко мне клеилась, когда я, типа, отказывался, отказывался. Типа, а если я говорю, типа, нет, я не буду помогать, она заодно меня сюда поведет. Короче, тут как хочешь, но один хрен сюда итог. Тут, по-моему, самое главное, это как раз в конце, что -то кто? О, кого-то хлопнули, братан. Это... Ты кто? Это ни хрена или это? Что тут происходит? <сх contest> ну окей, ладно, давайте, погнали. Пока у нас еще время есть, есть еще время поиграть. Так. Это я отсюда видел, да? А подожди, я тут был? Не знаю, может быть. Так. Что за звуки уже? Паутинка. Так, вентиль надо покрутить. Уи-уи-уи. Закрыл, закрыл клапан. Так, что-то стрёмненько? По вентиляции, конечно, гулять это клёво, да? Так, тут темно, тут тупик. Еще клапан? А, ну да, там два клапана было. Из двух это, клапанов шли эти, блин, газы токсичные какие-то. Так, ладно. Все, надо идти. А вообще не стрёмно это? А кого вообще грохнул этот, интересно, чувак? Это уборщик или кто все таки Я не понял. Всю игру надо... Блин, тут какие-то призраки должны быть, всякие монстры. Я что-то даже не уверен, что тут вообще это есть такие уже монстры. Может всю игру бегать просто от э -э, уборщика этого? Так, сейф. А что? Землетрясение? Ага, -а -а, землетрясение, тут пентаграммы уже пошли. Это все, это уже хоррор. Хе. Давай призраки. Ничего, наступать? Нет? Окей. А ч... Так, записка инженера. Существующие ж... жгут витые пары и металлическая провода серьезно проржавели. На это потребуется несколько дней, чтобы исправить это безобразие. Причины коррозии неизвестны. Если коррозия приведет к перегрузке, вызовет тревогу. Чтобы обойти это ее, можно временно отключить путем подключения трех и четырех розеток. Все? А, где розетки? Тут. Это, типа подсказка была. Ага, головоломочка погнала. Так, три, четыре. Надо, чтобы вот эти все горели, да? Так, и Россия два. Я ничего-то не понял. Так, один, два. Вот так. Один, два, три. Три, четыре, говорили там. Так, стоп. Что-то я не втираю. А можно как-то вот это включить? Может тут... Ну-ка, подожди-ка. Я не электрик, Алюх. Ты четырех Я как-то решил, не знаю как. Ну, тут уже что-то начинается. Уже тут понятно, что сейчас-то что-то будет уже. А причем тут... Так, знак металла. Знак дерева, на нем знак металла, испускает удачную энергетику. Ключ класса домоводства. Я даже, кстати, уже язык еще пытался поменять-то, блин. Все на корейском, все на испанском, все на английском делал. Ни хрена ничего не помогало. Тут что? Что? Ну, давай, тебе. Сюда что-то надо положить. Да? Нет? Головоломка? Опять? Что такое? Так, включить, выключить. А, это мат, ничего, я не знаю. Я не, не, я не переводчик, отстань. Есть тут чем тише. Дам что? Так, а, в, в, каждой школе такая хрень? Это что, это... Там, где электричество, да? В школе или что? Что-то тут слишком как-то стрёмно. Дверь не открывается. А -а -а. О! Привет! О! -о, -о. Чё что мне скажешь? Хм, неплохо. Спасибо большое. Давай засотем ее. Так, эта школа кажется опасной, и думаю, сумасшедший уборщик тоже. Давай скажем так, да. Ты не пытаешься меня напугать, да? Я не настолько наивна. Ой, а ты знал? Эта школа была гос госпиталем во время Корейской войны. Ходят слухи, что вся школа в призраках, потому что здесь много людей погибло в то время. Может, слухи и правдивы? Я имею в виду, особенно в такую ночь. Да, в Ташми. Ха-ха, <laughs> я тебя напугала. Я думаю, ты не веришь в историю про них, да? Ох, двери, наверное, закрыты сейчас. Они запирают все двери после десяти, кроме коридора лекций. Как это? Если мы хотим выбраться, мы должны пойти в лекционный кабинет. Ты знаешь новое здание, лекционный коридор, все связано, верно? Да. Здесь ключ от коридора. Не мог бы ты открыть его по дороге? Ну, иди дальше. Мне еще кое-что надо сделать. Блин, какая-то тоже... <с> так, Крыш, понял. Ух ты, мать моя женщина. Так, подожди, а в этой игре я видел приколюху? Типа, если что-то смотреть сюда... Эй, <с> ну да, по-моему, в этой игре. Я говорю, приколюху видел, чтобы, типа... Там что-то ее взбесить, по-моему, можно. Чтобы я надела тебе зад? Давай. Я предупреждаю тебя. Да нет, там что-то, по-моему, можно еще ее дом домахать. Вот именно тронешься домой еще раз, и я... Еще раз? О, oh май! Ау, реально в этой игре, блять, ты мне хп снесла дура. А что мне делать теперь? Даже у меня аптечка есть. что то ты мне много хп снесла, по-моему, слышь, женщина. Так лекарства полезные. А. Аптечки нету, женщина, бля. А можно еще Не? Yeah? и <связать> даже достижение получил, женщина. <связать> Не, давайте, ребят, пока на этом закончим. Вроде от бага этого избавились. Сейчас надо будет сохраниться по фасту сгонять, но это я уже сам сделаю без видео. А пока что, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. <связать> Лайк тупо за, за то, что я получил похаву каблучком. Также подписывайтесь на меня ВКонтакте, на группу ВКонтакте. Пока что всем до скорого. Всем пока.